Всем привет! Такая дудочка, никак не называется, но похоже на индейскую кену, можно так назвать. Это по структуре она похожа. А по материалу похожа на курай. Это вот у татар есть такой инструмент. Материал это дудник. Траватый, ну как, зонтичный. Дудник, не борщевик. Вот. Многие спрашивают, что это борщевик? Нет, не борщевик, дудник. Гладкий он такой. Растет в лесу. Или около леса бывает. Высокий такой. Срезаешь одно, это вот колено, да, не знаю, как это называется. Вот, чтобы она насквозь была. Она внутри гладкая тоже, без всяких там ворсинок. И вот можно дома сделать. Я домой взял там, дырок этих наделал. А вот в лесу можно сделать костра, палочку. Вот на нее дуешь. Уголек долго держится, красный. И пошел, значит, делать дырочки. Под пальцы намечаешь. Можно ножиком сначала так аккуратно, кончиком. Под пальцы, чтобы было удобно. 6 тут и 1 тут. Сначала делаешь, чтобы удобно, потом можно их это аккуратно, очень не спеша расширять, прислушиваться, чтобы был нужный звук. Вот. Ну там, понятно, надо слух иметь и все, и понимать, как оно устроено. Ну там до ре ми фа соль си примерно надо получить. Ну или сдвинутую, да, мажорную гамму. Можно минорную делать, кому как. Обычно мажорную. И все. Свисток тут такой. Просто вырез сюда. Тут вот. Прижимаешь так. И дуешь сюда, вот в это место. Ну, потренироваться надо, сразу не получается. Ну, поехали. Птички подпевают сразу же. Где-то тут надо мной, по-моему, да? Свистеть тоже. Ну, весна сейчас, 1 мая сегодня. Все проснулось в лесу. Хорошо. Так что делайте дудочки такие. Если вдвоем с кем-то, музыканты, значит, два. Так. Можно вдвоем играть, красиво очень будет. Полифония такая. А если не музыкант один, так можно сделать две одинаковые и учиться, например. Если делать нечего в лесу. Обычно есть чего делать, конечно. Мы сегодня как-то так сидим. Просто. Ну ладно, все. Пошел какую-то ерунду говорить.